Для приложений третьего типа становится доступным функционал событий, который позволяет приложению, независимо от пользователя, реагировать на изменения в Bittrex 24. Например, на слайде вы видите три события, происходящие с приложениями. Пользователь поставил обновление приложения, удалил приложение из портала и, например, оплатил приложение. Поскольку мы публикуем наше приложение непосредственно на своем портале, то нам доступно только событие on-app and install. Остальные два предназначены для приложений, публикуемых в Marketplace. Помимо этих событий, есть целый ряд других, связанных с изменениями данных в CRM или в задачах и так далее. Полный перечень вы можете найти в документации по Restapi, а мы пока воспользуемся событием on-app and install, чтобы чистить нашу базу данных от лишних записей в том случае, когда приложение становится ненужным на конкретном портале. Первое, что нам потребуется сделать – сообщить Bittrex 24, что наше приложение хочет зарегистрировать обработчик события on-app and install. Это мы сделаем в нашей JavaScript-библиотеке. Вызовем все тот же application PHP с указанием конкретной команды operation uninstall. Теперь внесем изменения в application PHP. Поскольку событие вызывается уже после того, как пользователь удалил наше приложение из своего портала, то очевидно, что приложение авторизоваться на портале уже не сможет. Следовательно, нам надо избежать попытки проверить актуальность Access Token в нашем приложении. Что мы и сделаем, вызывая чек P24Auth только в том случае, если текущая операция не uninstall. Остается написать только саму операцию. Добавим ключ uninstall в нашу конструкцию switch и фактически просто удалим данные из наших таблиц, которые связаны с текущим порталом, выполнив три соответствующих запроса. А вот если бы мы делали по уму, то мы бы при создании наших таблиц добавили бы внешние ключи. И сейчас могли бы обойтись удалением только одной записи из таблицы B24 Portal Rec. Оставляю вам это в качестве домашнего задания.